Everybody sing, cause we don't give a damn about a plan. Cause I'll be a freak until the day, until the dawn. And we get all through the night to the early morn. Come on and I'll take you around. Привет всем, привет всем. Сегодня видео. Видео для хвастовства. Я вытащил свой сит-истребитель, ребята, мне вообще просто подфартило. Я ждал его с сентября месяца, когда на 30 уровень апнулся в 2017 году, ребят. В 2017! И он только сейчас мне выпал из-за данки. Все спрашивают, зачем я копил крионит. Как раз, ребят, для этого и копил. Пытался собирать, конечно, много всяких, но до того не фартит. Просто жесть. Да, кстати, и тут проблемы еще. Ну, сейчас чуть-чуть сольем хотя бы сотенку, а потом посмотрим по ходу дела, что там надо будет. Ну и вообще, как говорит Санчес, надо до 5 улучшать, а потом уже фигачить элитно. Вот так. Вот так. И давай еще раз. Вот так. Оп. Максимум, сколько я так взял, по-моему, да, плюс 8 я вот такими вещами улучшал, а потом начинался откат назад, причем сильный. Клево, когда ничем не рискуешь, да? А когда люди апают оружие с 20 там уровня, затычки, это вообще просто жесть. Ну. Интересно, правда тактику меняют каждый раз? Два, три, дача. Две неудачи, три неудачи. 4 неудачи, 5 неудач, 2. Ну чё, вроде нормально, короче, на плюс 1 опять в 0 скатился. В общем, ребят, я считаю, что вообще за крионит сейчас полный рендом идет. Чё-то я не вижу никакого адекватного. То есть по 5 неудач, 5 удач, то есть все идет в рандомном порядке. Не знаю, да, даже не представляю. Ну, ой, фигня какая вообще, просто шедевр вообще. Че, я сотни потратил, но еще не потратил. Ну теперь надо до плюс 5 его апать хотя бы тычками. А он с первого не двигается, то есть поднимается и потом опять в ноль, и опять плюс 1. Los niños del parque llevan a sus perros con correas. Работчики. При шансе в 60 срабатывает неудача. Третья, ребят, неудача. Четвертая. О, кстати, давай, просто ради интереса. Так, о, спасибо. Так, эту штуку возьмем, сунем ее и вот так, 220. Чтобы было, имею в виду в этом. То есть 4 неудачи, ну, хотя бы что-то и первый 10-й амулет. Но без элитки, ребят, я не улучшаю, вообще не улучшаю. Где мой сит? Нулевого уровня. Два, три. Ну давай. 1000, блин. Видос записать, короче, и тут одна за одним. То один бах, то второй бах, блин, вообще просто. Да что ж такое-то вообще?
2000. Ну, 220, ладно, там потратил на элитку, это одно. Но тут-то, блин, вообще. Я уже такие видосы писал по поводу улучшения вот амулетов. Они до сих пор нулевого уровня у меня болтаются. То есть никакого шанса не дает. На плюс один он не может вверх. Раз. Один вверх, один вниз, один вверх, один вниз. Может, как-нибудь выжидать надо, а тут? Не для того я крионит собирал, что сейчас просто тупо его тут выливать и все нафиг. С такими этими неудачами они в пень, короче, не впились, а нафиг. Две, три, четыре. О, давай, давай потратимся еще. А, не то нажал, блин. Давай сюда. Так, и еще один амулет. О, не сработало, минус 220, 1700. Не сработало, еще минус 200. Итого 6 неудач, ребят, 6 неудач подряд. Это вообще просто, просто эпик, короче. Теперь у меня 2 амулета 10-го. Ну все, поперли дальше. Так, итого у меня 1300 еще осталось. Не буду я тебя апать простыми тычками. Просто не буду. Это что, типа, за этот? Все. Истребитель Сит 15. Вот так. Вот так, вот так, вот так. Наконец-то я его дождался. Так, ну тут единственный минус, что он как бы рассчитан на талант. Придется искать новые арконы сюда. Ну, хотя бы что-то. Сейчас что-нибудь поставим, типа вот такого вот какого-нибудь. Ну, надо хотя бы какие-нибудь элементарненькие бахнуть. Эти, я не знаю, я на переработку, наверное, пущу, потому что от них эффекта у меня нет вообще, я талант не качаю, он у меня и так, он даже в базовом у меня наворочен. Ну, то ставить или нет, или вот это, пусть вот это стоит, хотя бы к ловкости что-то. Так, и теперь у меня сит, ребята, истребитель вот такими параметрами, то есть 13, соответственно, сила, плюс 5, но главное, у него критический удар, соответственно, плюс 5, плюс выкачанный мой... удар здесь на плюс 11, плюс базовый 5, итого получается 21%, что будет шанс критического удара. Ладно, ребят, спасибо всем, кто смотрел. Можете меня в личных сообщениях поздравлять с амулетами 10 уровня. Это первое. Ребят, со сливом 1200 крионита. Я просто 1200 крионита слил. Ну и, соответственно, я дождался свой сит-истребитель. Спасибо, ребят, всем, кто смотрел. О, за удачу вообще. МС, тебе 100% повезет. И твоя коса выпадет. 100% выпадет. Я в тебя верю. Ладно. Ребят, всем счастливо. Если кто-то тактику знает, ребят, пишите в комментах. Пишите в комментах свою тактику. Хочу узнать, как у вас она работает. Счастливо. Счастливо, счастливо. It went over.